Привет, друзья! Сейчас будет краткое, но очень важное вступление. Многие из вас знают, что мы прошлое видео удалили с YouTube. Смотрите. Вот, удалено. Монетизация недоступна. Ролик был удален с YouTube, теперь он доступен только вам. Так. Условия и правила. Подробнее. Апелляция на рассмотрение, мы свяжемся с вами по электронной почте. Видео удалили по непонятной причине. Я подал апелляцию, но повторная проверка уже длится более недели. К сожалению, такие процессы выбивают меня полностью из колеи. Отбивают какое-либо желание, стимул. Посудите сами. В свои видео я вкладываю много трудов, времени. Вкладываю кусочек души, ну и, конечно же, средств. Например, вот это видео было особо затратно по всем пунктам. Я проехал 400 километров, так как вечером был дождь, мне пришлось еще сутки жить в машине. Потом я таскал оборудование, очень много оборудования. Пришлось ходить несколько раз до места. Сейчас расскажу, как это было. В первый раз я взял палатку, которая, кстати, не маленькая. Здесь написано, что она весит 9 килограмм. Помимо палатки, штатива, прошел 3 километра до дома, спрятал палатку и штатив возле дома, пошел обратно, взял оборудование съемочное уже, пошел опять к дому. В общей сложности в одну сторону получилось 12 километров. И сумки, скажу я вам, на такое расстояние кажутся действительно тяжелыми. А ведь все это надо еще донести обратно. Потом дорога домой. С множества камер надо скинуть на компьютер весь материал. Это занимает кучу времени, очень много часов. Примерно двое суток на монтаж, потом субтитры, написание субтитров и перевод примерно на 100 языков. И многое-многое-многое другое, не хочу углублять вас в процесс. Я повторюсь, это занимает очень много времени и сил. И тут представьте, что все твои труды, которые ты потратил, просто удаляют не из-за чего. Хочу уточнить, я ни в коем случае не жалуюсь, мне нравится тем, чем я занимаюсь, нравится это делать одному. Да, это трудно, но это мне нравится. Мне не нравится, когда мои ролики удаляют, когда весь проделанный труд просто исчезает. Я просто хочу, чтобы вы поняли и пережили со мной этот момент. Сейчас я хочу обратиться к тем, кто уже посмотрел это видео. Потратьте, пожалуйста, 30 минут времени и посмотрите его еще раз. Без перемоток, от начала и до конца. Оставьте комментарий. Так видео не упадет в рейтингах YouTube и встанет на те позиции, на которых оно должно быть изначальным. Заранее всем спасибо и приятного просмотра. Призраки этой деревни, я призываю вас выйти со мной на контакт. Сейчас слышала, она назвала мое имя. Что тебе нужно? Этой ночью я решил вернуться в зловещую деревню, которая находится далеко в лесу. Как я выяснил, по этой деревне бродит призрак. Призрак в белом. Фантом. В прошлый раз, когда я был в доме, я четко услышал, что призрак просил впустить его. Я предполагаю, что речь шла о, возможно, сознании или о подсознании. Я думаю, что он хотел завладеть телом. Такие выводы я сделал из-за того, что когда уже дома просматривал отснятый материал, я увидел призрака, ходящего по дому. То есть он уже мог войти в дом. И смех. Смех, как мне показалось, раздавался изнутри дома. И от этого смеха мне стало действительно жутко. Поэтому я не думаю, что этот призрак несет в себе положительную энергию.
Сегодня, друзья, я решил расположиться в палатке недалеко от дома, так сказать, устроить свой штаб. Я сейчас наблюдаю с помощью 3 онлайн-камер за домом и улицей, а также у меня установлены камеры просто на улице, но я не получаю с них изображения на планшеты. В доме у меня находится прибор, увеличивающий силу паранормальной активности, и вторая рация, первая здесь. Призраки этой деревни, я призываю вас выйти со мной на контакт. Призраки этой деревни, я призываю вас выйти со мной на контакт. Призраки этой деревни, я призываю вас выйти со мной на контакт. Черт. Что с камерами? Друзья, возможно, это из-за усилителя паранормальной активности. Возможно, он приманил в себе много сущностей, и это влияет на камеры. Я сейчас попробую взять полароид и сфотографировать. Пойти в дом и сфотографировать. Друзья, в дом я хожу через подвал, чтобы не мочить ноги в траве, в росе. Блин. Фокус. Лови фокус. Черт. Черт. Блин. Что это?
кукла, которая была в прошлый раз. Сейчас он мотор увидел. Сзади меня что-то стояло. Черт. У меня сейчас очень сильно нарастает паника. Не знаю, возможно, это так действует фантом на меня. Сейчас сделаю несколько фото и уйду с дома. Сделаю фотографию в полной темноте. Друзья, нужно подождать, пока проявится фотография. Но в доме я находиться не хочу. Мне отсюда хочется уйти. Возможно, это все за усилителя паранормальной активности. Друзья, на этих двух фотографиях практически полная темнота. Одна фотография, которую я фотографировал именно усилителя паранормальной активности, она получилась полностью белая. Я не знаю, это сбой в фотоаппарате или из-за этого прибора так случилось. В общем, Polaroid ничем не помог. Я полностью уверен, что здесь есть сейчас призрак. Он находится где-то тут, хотя я его четко не видел. Вот, поэтому я попробую воспользоваться доской Ouija. Возможно, так он со мной сможет выйти на контакт. Призрак этой деревни. Ты можешь выйти со мной на связь при помощи доски Ouija.
призрак этой деревни. Я чувствую, что оно тут. Ты здесь? Тут есть кто? Смотрите, на букве У. Что значит буква У? М. Е. Р. Умер. Как давно ты умер? Н. А. Т. Е. Б. Я. Т. О. Ж. Е. Я правильно понял. Ты написал «она тебя тоже». Я не понимаю, что это значит. Что значит «она тебя тоже»? Что за ерунда? Аккумулятор сел.
что она назвала мое имя? Что тебе нужно? Куда ты хочешь, чтобы я тебя впустил? Я тебя никуда не впущу. Я хочу, чтобы ты ушла с этой деревни. Я приказываю тебе уйти с этой деревни. Издевается. Я приказываю тебе уйти с этой деревни. Я никуда тебя не впущу. Я его видел. Черт возьми. Я сейчас видел призрака. Она прямо напала на меня. Друзья, мне именно я первый раз такое. Мне не по себе, очень сильно плохо от всего этого. Я не знаю, как это воздействует на мой организм, но мне реально нехорошо. Я попытаюсь собраться. Скоро рассветет, и я думаю, что на сегодня я снял достаточно. На этом, друзья,
я с вами прощаюсь. Камера будет включена на всякий случай, пока я собираюсь. Но так я хочу быстрее отсюда уйти. Всем пока.